you. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Барин. И в сегодняшнем выпуске передачи Ретромания мы поговорим о такой замечательной консоли, как Xbox Origins. И для начала мне бы хотелось зачитать вам фрагмент из журнала «Страна игр» за, соответственно, июль 2002 года, где как раз-таки есть, в принципе, заметка по поводу этой консоли. Вот, на странице 67, в статье некого, соответственно, Андрея Корнеева. Xbox – самая мощная на данный момент игровая платформа. Фактически, в плане железа, эта приставка является упрощенным вариантом компьютера. Внутри у нее Pentium 3 733 МГц и GeForce 3 NVIDIA с 64 МБ памяти и жесткий диск 10 ГБ. Ну и, собственно, вот так выглядит мой Xbox. Как мы можем видеть, брал я его в магазине Play UDT у Артура. То есть у нас также вот 4 гнезда под геймпады, как на Nintendo 64. Значит, вот эта кнопка вкл, вот это, соответственно, кнопка выдвижения дисковода. Значит, самое, что как бы любопытное, обычно вот на этих Xbox'ах любил дисковод заедать, его там даже приходилось потом вытаскивать при помощи какой-нибудь скрепки. То есть многие с такой проблемой, наверное, сталкивались. То есть, как мы видим, у меня вот именно прозрачный корпус, то есть внутри видно все вот это его железо, то есть как он собран. В принципе, штука такая, она увесистая. У него даже вот, если приглядеться, что-то вроде вот ножек есть, на который он, скажем так, и встает. Значит, вот здесь у нас именно подсоединение кабеля вот этих колокольчиков. Вот, собственно, сами колокольчики. Вот здесь, значит, у нас питание. То есть, кроме обычного кабеля питания, у меня есть, скажем так, вот такой вот специальный этот предохранитель, чтоб если что там какое-нибудь замыкание или прочее, с ним, как бы так скажем, ничего с консолью не случилось. Вот такая вот занятная штука. Ну и, соответственно, вот здесь еще есть выход под сеть, но серваки майкрософтовские для Xbox Origins давным-давно уже отключены. Так что это мне ровным счетом ничего не даст. А вот так вот выглядит геймпад для Xbox Origins. То есть, как мы видим, есть некое у него все-таки сходство с PlayStation-ским аналог-контроллером и DualShock'ом. Потому что, скажем так, Билл Гейтс был очень поражен успехом компании Sony, которая до этого фактически не участвовала в игровой индустрии, а тут, соответственно, выдала консоль, которая стала лидером своего поколения. И вот он захотел сделать нечто подобное. То есть, в принципе, раскладка кнопок очень похожа на PlayStation-ский, только вот стики немножечко по-другому поменены, соответственно, местами. Вот один стик левый с крестовиной. То есть вот эти кнопки, я так понимаю, они дублируют шифты, потому что здесь вот, в отличие от контроллера от Sony, шифты только две штуки, а не четыре. Вот это старт и селект. В принципе, вот эти гнезда, они не случайные. То есть запись всех сохранений осуществлялась на жесткий диск консоли. Но вот можно было с друзьями меняться, соответственно, сейвами, используя специальные вот эти карты. Карты памяти, да, то есть можно было там сейвы переписывать. Ну или переносить там сохраненные данные с одной консоли на другую.
Но в чем сейчас проблема? То есть оригинальные вот такие карты стоят где-то в районе 4000, а, соответственно, их китайские вот подделки где-то 2-2,5. Ну и, соответственно, овчинка выделки не стоит, тем более особо мне не с кем меняться, поскольку только у двоих моих друзей есть Xbox Origins. Да и, собственно, игр не так много. Значит, в принципе, удобно, он сидит в руках. И поскольку, так же как и консоль, он из того же самого комплекта, то есть прозрачный корпус, можно вот увидеть все его механизмы, включая и вибромоторчики. То есть они вот здесь есть. Хотя я обычно люблю играть без вибрации. А также есть такой ноу-хау от Microsoft. И, значит, если в порыве страстной игры случайно вот так дернуть контроллер, то можно, соответственно, уволочь консоль куда-то на пол. И вот для этих целей, соответственно, инженеры Microsoft разработали вот такие вот специальные перемычки. То есть, что если мы как-то вот дернем резко геймпад, чтобы консоль вслед за ним не утянулась, просто у нас, соответственно, вот он спокойно отсоединяется. И больше ничего не происходит. То есть вот так они выглядят изнутри. Вот так они вот соединяются. То есть вот такая вот хитрая фишка. Хотя были модели контроллеров, у которых не было вот этих перемычек. Что меня не могло не порадовать, вот такой вот фирменный SCART-переходник идет в комплекте с консолью, то есть это вот Xbox. Как мы видим, то есть у нас тут все подписано, то есть именно видео, аудио левый, аудио правый канал. И в отличие от PlayStation 2 Slim, у нас здесь полные контакты, потому что там, например, контакты были урезаны. Вот здесь все-таки такой полноценный фирменный SCART-переходник. Поскольку консоль у меня с Великобритании, то здесь такая вот интересная вилка шла. Именно под английские розетки. То есть в Британии вот такого плана розетки не евростандарт. И мне даже вот пришлось покупать такой вот специальный переходник универсальный под подобного типа вилки. То есть вот так вот он насаживается и, соответственно, готов к работе. Также с консолью мне достался вот такой вот DVD-пульт с приемничком. То есть вот так вот он выглядит. Вот так вот выглядит приемничек. Вставляется он в разъем для геймпада, ну как обычно это и бывало. То есть у PlayStation 2 и PlayStation 3 было нечто подобное. Я обычно его вставляю во второй слот для контроллера, поскольку им не пользуюсь, нет у меня второго геймпада. Вот здесь у нас даже пометочка, что DVD-видео. То есть можно с помощью этого пульта удобно управлять DVD и CD. Но, значит, есть какой-то тоже свой, в общем-то, нюанс, что можно делать это, конечно же, из геймпада, но, соответственно, с пульта это удобнее просто. Также, что стоит отметить, все-таки консоль у меня британского региона. То есть PAL-диски с играми читать она умеет, а вот DVD она читает именно своего региона. То есть в Великобритании и ряде стран, например, второй регион. А вот в России пятый. И, например, у меня было вот, скажем так, куча дисков, сделанных для Великобритании и Германии, которые не могут читаться на других консолях или каких-то бытовых DVD-плеерах. Их можно смотреть только через компьютер, сменив регион в самом плеере. Но, соответственно, вот теперь я с удобством могу их посмотреть и на Xbox. Так, например, вот у меня есть книжный магазинчик Блэка, то есть все три сезона, которые мне подарил Женя Можаев, за что ему огромное спасибо. Есть британское издание «Хроник молодого Индианы Джонса». То есть это вот часть первая, вот такой потрясающий совершенно DVD с различными бонусными материалами.
Так что могу теперь его посмотреть с удобством. Ну и, конечно, вот уже для Германии издание такого относительно современного сериала, как Mad Men. То есть вот он. Первый сезон. Второй сезон. Четвертый сезон, к сожалению, третьего нету. Пятый сезон. Шестой сезон. И вот последний сезон, даже именно Силда. Это, так скажем, издание для Германии, которое мне подарил Леня, за что ему огромное спасибо. Часто мы с ним вместе стримим. Так что все это я тоже могу спокойно посмотреть именно на как раз таки Xbox Origins. Но по поводу консоли Xbox Origins есть свои замечания у Аника 513. Давайте же их посмотрим. Но прежде чем я скажу что-нибудь про одну из моих любимейших консолей, которая, по твоим словам, никогда официально не выходила в России, я хотел поделиться своей вот такой еще забавой очередной. У меня достаточно большое количество журналов про кино, там, из 90-х, из 2000-х. И вот я люблю там полистать его, посмотреть какие-то статьи, которые сейчас вот смотрятся довольно... местами даже грустно, когда там, например, рассказывают о том, какой большой звездой сейчас станет Кит Леджер вот-вот, или вот, например, что-то типа интервью с Патриком Суэйзи, который уже умер давно. Люблю так его полистать, знаете ли. Кстати говоря, редактор у него Андрей Подшибякин, который известен игровой общественности под псевдонимом Андрей Ом. Он писал под этим псевдонимом статьи в журнале GameXe, культовым. Мне прям нравилось, как они писали статьи. Статьи были специфические, но такой подачи, как у них, не было ни у кого. Пам! Том Сайзмор. Прикольный был чувак. Он, кстати, тоже уже умер. В прошлом или позапрошлом году. О, снова камбэк. Это возвращение Роберта Дауни-младшего. Попытка возвращения. С фильмом, кстати, фильмом «Поцелуй на вылет». Этот парень любит блефовать. Вот я и хочу сыграть с ним в игру, блеф это или нет. Гарри. Сыграем по-взрослому, я не против. Где наша девчонка? Я ведь всего один патрон оставил. У тебя что там? Патрон. Боевые патроны? Вероятность всего 8%. 8%? Того, может выстрелить. 8? Да. Кто тебя математики учил? Я не знаю. Во! Козловский, не боюсь этого слова. Говорят, ты хер бы с ним. Так, и что мы здесь видим? Мы видим здесь, что со скидкой за 6600 рублей можно купить себе оригинальный Xbox. Он дешевле, чем PSP стоит. И здесь игры на него. Halo 2, который у меня, кстати, есть. Fable, Doom 3. Кстати, вот на PlayStation 2-то не было Doom 3, а на Xbox был. Может быть, это, конечно, серый импорт какой-то, но активно продавался. Пользуясь случаем, хотел бы сказать пару слов по поводу одной из моих любимейших консолей, которая у меня когда-либо была. Она у меня таки была прям в момент своей актуальности, об оригинальном Xbox. К сожалению, однажды он немножечко сломался. Я решил его починить, и закончилось все это вполне предсказуемо. Пациент был в итоге убран в мешок и отправился на помойку. И это, в общем-то, навело меня в очередной раз на мысль, что я не шью себе ботинки, я не шью себе штаны. Поэтому, как бы, доверься профессионалам. Если вот что-то вот такое у тебя ломается, пускай лучше этим занимаются специально обученные граждане. К сожалению, я вот таким вот мастерству такому не обучен. Однако, как происходило мое знакомство с замечательной консолью Xbox Original? Кстати, вот тот на Steam Deck эмулируется, он стоит отметить значительно хуже, чем PlayStation 2. Но, тем не менее, это не повод расстраиваться. Главное разочарование в жизни у тебя еще впереди, как говаривал мой драгоценный шеф. В общем... На момент своей актуальности, вот из консоли у меня тогда были DS, Nintendo и PlayStation 2. И как бы я-то консольщик такой, можно сказать, убежденный, но моим любимым жанром, тем не менее, является шутер от первого лица. А тогда, казалось бы, на консолях с этим делом было очень плохо. То есть сейчас даже вот люди там плачут, что, мол, шутеры на консолях, играть неудобно. Не, ребята, вот нынешние шутеры играются на консолях просто прекрасно. Вот какие-нибудь Call of Duty, они как будто прям вот рождены, чтобы играть там на PlayStation, не знаю, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Однако в свое время все было не так радужно. Вот даже, например, на PlayStation 2 Black управлялся
лучше, чем Killzone, но не идеально, скажем так. Настолько не идеально, что приходилось переучиваться. Справедливости ради стоит отметить, что если вот сейчас я попытаюсь поиграть там на мышке с клавой, то мне тоже придется переучиваться, потому что я не делаю это уже, не знаю, лет 20. С другой стороны, когда ты хочешь поиграть, все-таки хочется какой-то определенный уровень комфорта иметь. А вот с PlayStation 2 шутерами от первого лица мне тогда не получалось. Кстати говоря, вот сейчас вот с тех пор, как я в основном на джойстиках играю, уже как бы все стало значительно лучше. Так вот, шутеры от первого лица меня расстраивали, но однажды я лазил по ГБХу, и там было какое-то объявление, в котором гражданин хотел купить или выменить у кого-нибудь Nintendo DS, замечательную консоль. А стоит отметить, что Nintendo DS это та замечательная консоль, которая мне не нравится абсолютно, вот совершенно причем. То есть мне она не нравится штук 5 игр, все остальное я считаю полным говном. И вот я подумал, что может быть это сигнал, и, короче, гражданин предложил мне в обмен на Nintendo DS вот ту самую Xbox Origin. Я подумал, что это аттракцион невиданной щедрости. Он мне дал сразу с этим Xbox целую кучу пиратских дисков, в том числе вот этот замечательный Far Cry. Far Cry Instincts Predator, который является сиквелом ремейка оригинального Far Cry. Вот тут он немножечко меня подглючивает, но это не страшно. Да, прямым продолжением ремейка консольного игры Far Cry. Стоит отметить, кстати говоря, что на той же PlayStation 2 этой игры не было. Это такой эксклюзив Xbox. На компе он, кстати, тоже не выходил. Впоследствии он выходил, переиздание его было на Xbox 360. И, кстати говоря, там оно мне что-то как-то не очень понравилось. А вот когда я проходил его на оригинальном Xbox, прям шик, блеск, красота. И тут вдруг поиграл я в эту игру, и внезапно выяснилось, что вот этот джойстик, по сравнению с DualSense или DualShock, я уж не помню, что там, как назывался этот джойстик для второго PlayStation, что он просто прекрасен. Он, конечно, выглядит как такой, но с другой стороны, вот он удобный. И с этим джойстиком очень удобно и легко играть в шутер от первого лица. Вот это вот убеждение, что шутеры от первого лица и консоли несовместимы с друг с другом, которое тогда активно пестовалось вообще везде, в блогосфере, блоги тогда, кстати, были текстовыми, да, на форумах и вообще в журналах, что вот консоли никогда невозможно будет на них поиграть нормально в шутер от первого лица. То есть сейчас это просто, ну, как бы, звучит как оксюморон, но тогда вот мы жили в таких вот нечеловеческих невыносимых условиях. Но Xbox оригинальный, я поиграл вот Far Cry, например, блин. То есть я понял, что в жизни еще не совсем потерянная штука, что есть все-таки какая-то надежда на счастливое будущее, в котором все мы с вами сейчас живем. Война очерствляет души. Война очерствляет наши души. Война. 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 Кстати, впоследствии эта консоль перекочевала ко мне на работу. Мы там с моим шефом развлекались тем, что в обеденный перерыв, ну и вообще в основном в рабочее время, сидели и резались в Dead or Alive. Я там выступал за Аяни, а он за Касуми. Стоит еще отметить, что еще одним плюсом вот Xbox оригинального было, что если на работе в него играешь, то никто не понимает, что это консоль. Всем кажется, что это какой-нибудь осциллограф или какой-нибудь счетчик Гейгера. Так что можно замечательно беспалево играть в него прямо в офисе. В отличие, кстати, от Xbox 360, который вот стоило мне принести Xbox 360 на работе, как председатель совета директоров заявился и сказал: «Да это же Xbox». Я говорю: «Да, да, мы на ней что-то там тестируем». Тестировали в основном и то, как трясется грудь Кусуми. Ну что я тебе могу на это ответить, Аник? Официально у нас в стране Xbox Origins не продавался. То есть зайди ты в году 2004-2005 в какой-нибудь магазин бытовой электроники типа NVIDIA, там бы ты увидел только PlayStation 2 и ПК. Соответственно, всякие журналы с видеоигровой тематикой не очень любили эту консоль продавать. То есть можно было ее через журнал приобрести или, соответственно, рекламировали всякие интернет-магазины, где можно это было сделать. Так, например, та же самая «Страна игр», которую я сегодня упоминал,
тот же самый выпуск за, соответственно, июль 2002 года. Вот содержит, например, рекламу некого интернет-магазина под названием eShop, который торговал западными изданиями ПК-игр. Торговал тем же самым Nintendo GameCube, который на стране тоже официально не продавался, притом на тот момент, по-моему, это была самая дешевая консоль своего поколения. И в том числе игры к ней. Притом не гнушались они продавать и американские версии консолей, которые NTSK UK на 110 вольт. Ну а если мы посмотрим, соответственно, вот такой вот журнал, как «Страна игр» за май 2002 года. А что же мы там увидим? Увидим мы там рекламу PlayStation 2, то есть которая шла от $299.99 до $439.99 на 2002 год. Соответственно, также здесь у нас были американские версии игр. И вот даже пульт для DVD. И вот она, заветная реклама Xbox Origins, то есть который стоил $489.95 или $470.95 на 2002 год. Даже был такой слоган: сверхмощная консоль Xbox знаменует собой приход Microsoft на игровой рынок. В сердце черной коробочки 733 МГц, процессор Pentium 3 и 3D RAM GeForce 3 от NVIDIA. Ну, также помечка, что цена для европейской версии. То есть они как-то через все-таки Европу, видимо, это продавали. То есть вот такой вот забавный момент. Так что, в принципе, во всяких интернет-магазинах или через всякие журналы, или через Челноков Xbox можно было достать. Но в официальной розничной продаже его не было. То есть к этому я клонил. То есть по поводу того, что ты говоришь, почему, соответственно, PSP на 2005 год была дороже Xbox Origins, потому что PSP в 2005 году — это очень горячая новинка. То есть она только-только вышла для американского и европейского региона. А Xbox он уже 4 года как был, соответственно, тем более, что в 2005 году уже запускался Xbox 360, то есть консоль уже следующего поколения от Microsoft. Ну и понятное дело, что уже обычные Xbox, они, так скажем, продавались со скидкой, как обычно это бывает, когда выходит новое видеоигровое поколение. Так что здесь ничего нового. Ну а сейчас мы услышим знатные мемории от Дача Гекка. Привет добрым людям, всему честному народу ретро-катаржанскому. Такая вот микро-мемория, хотел сказать микро-мелодия, из «Угадай мелодии», как в наш заветный 90-е годы. Микро-мемория из наших заветных 90-х, незабвенных, великолепных годов.
Дэнди, новая реальность. Так вот, я не буду показывать игры на Xbox Original. Ну, это я оставлю для большой, для большей мемории, вот, которые у меня были идеи вообще записать когда-то, но сейчас, сейчас не время. Сейчас я в некоторой депрессии, у меня вскачивает прыщ на носу, поэтому даже вы меня сейчас в кадре не увидите. Добрые люди, народочная ретро-катаржанская, только вот мой портрет, памятник нерукотворный, который мне печкаряевская мафия воздвигла. Так вот, основные мемории, как и у меня связаны с Xbox. Аппарат сам у меня появился нелогично. Самое нелогичное заключалось в том, что появился он у меня после того, когда я продал PlayStation 2. У меня как-то, когда я ехал в Москву к Екатерине Геннадьевне, зазнобе моей, это было в 2007, по-моему, году примерно. Да, в 2007 году у меня были с собой деньги. На тот момент я был бедным студентом Беркли. А, нет, Гарварда. Да, я перевел из Беркли в Гарвард на тот момент. И матушка мне выдала 2000, чтобы я себе купил ботиночки с мехом от плюшевого мишки зимние. А уже же холодало, ноябрь месяц или декабрь. Ноябрь, скорее всего, такой же сладкий, как ноябрь с этим, с кальмаром Ривзом, короче, и Шарлиз Терон. Хорошая, кстати, связка у них. Они даже на старость лет могут ее вполне повторить, так как выглядят достаточно пристойно. Видать, виноградного дня и охоты крепкой в этой жизни особо много не пили. Ну так вот, значит, поехал я с этими 2000. Они у меня были отдельно на ботинке, у меня был, конечно, деньги, ну, бюджет какой-то на проезд. А Екатерина Геннадьевна снимала номер нам, так как мы встречались по-взрослому. Люди все взрослые, мне на тот момент было, не помню, сколько лет. Но это не важно. Уже усы росли, короче, курить мне отец разрешал красную яву. Ну так вот, вытащили у меня в метре, а в метре тогда камер очень мало стояло, они были с очень херовым разрешением. Вот, и в метре у меня какие-то негодяи, злоумышленники из банды «Черная кошка» вытащили 2000 рублей. Ну а вот эта вот мелочевка, рублей 300-400 может быть, ну по тем деньгам это все-таки приличные деньги. Стоит напомнить то, что, ну где-то... Ну, диски от PlayStation 3, наверное, стоили 1000 рублей. Ну, 1500, наверное, нулевые. Это как сейчас получается, по нынешним временам, ну, 1200 с половиной, вот эти вот были, там, 300-400 рублей. Ну, примерно. Вот, эти деньги у меня остались, они были специально отложены, ну, поесть, попить что-нибудь. Вот, а 2000 украли. И я свой второй PlayStation продал в итоге, когда приехал обратно к себе в Шарагу, там чуваку одному, одногруппнику. И на этом, казалось бы, должны закончиться мои мемории, связанные с консольной, по крайней мере, игровой индустрией. Но тут как-то вот спустя несколько месяцев я начал получать стипендию. Нет, наверное, спустя год. Вот. Деньги кое-какие появились лишние. И я дал одному чуваку эти деньги взаймы как-то. Скоплено. Я не знаю, на что копил. Ну, вот так вот получилось. У меня было 1000 с чем-то. Вот. Он мне их вовремя не отдал, не рассчитался со мной и сказал мне, что за 1850 может мне отдать свой Xbox. Ну, 1500 он мне должен был. Вот. Рублей 300 я ему накинул. Отдал он мне Xbox прошитый, на котором я познакомился с великолепной библиотекой игр Nintendo 64, Game Boy и Super Nintendo. Ну, там еще Sega была, но вот, по крайней мере, Game Boy, Super Nintendo и Nintendo 64, в том числе и James Bond, GoldenEye, Mortal Kombat на GBA, вот это, в это все я поиграл впервые на Xbox.
были Silent Hill. Ну, короче, до хрена игр было. Но самое главное, почему вот я люблю Xbox, почему он у меня даже появился, и почему я даже хочу и теперь и уже и на нем собрать небольшую коллекцию игр, так как Xbox — это мощнейший аппарат, который в первую очередь, ну, на мой взгляд, отличался тем, что на нем была куча шутеров от первого лица, эксклюзивных, мультиплатформенных, которые выходили на всех актуальных аппаратах, то есть ПК, PS2 и даже GameCube, вот. Либо только на ПК и Xbox, либо какие-то эксклюзивные шутеры от первого лица, ну просто гора шутеров. Ну, PlayStation 2, по крайней мере, библиотека не особо бедная, но на Xbox это были шутеры, ну, высшего порядка. Вот чё-чё, а вот в шутерах от первого лица Xbox прям обходит конкретно второй PlayStation. Да, так и есть. Какие-то эксклюзивные вещи. Ну вот. И вишенкой на все, среди всех этих шутеров, я считаю, был... Ну, было до хрена шутеров. Даже вот одного тяжело выделить, но так как он у меня есть в коллекции, Игорь мне Соловьев, игровой сомелье, который сегодняшнюю меморию такую вот и затеял, подарил мне вот такой вот третий Doom. Вот. Один из лучших шутеров своего поколения. Ну, тогда он назывался, когда вышел, вообще лучшим шутером. Средние оценки его были, наверное, в 9,5 баллов, 9 баллов. На отечественных, в отечественных игровых изданиях типа Игромания, Страна игр, ну и что там было, Навигатор, компьютерных игр и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Ну и на зарубежных всех этих, и в зарубежных во всех издательствах этих, из недружественных стран, что стоит отметить. Doom с годами, ну... С годами он для меня стал немного так монотонным. Ну, в принципе, и первая, и вторая, и третья часть, они отличаются некоторой такой вот монотонностью, которая совершенно не присуща новому Doom Eternal, например, или Doom 2016 года. Есть такие вот отрезки игры, которые немного утомляют своими головоломками, когда ищешь вход, выход и прочее. Но на тот момент это было прям переосмысление Doom. Они нашли такую вот новую тропинку, как... эти разработчики Mortal Kombat 9 вовремя опомнились и создали 9-й Mortal Kombat после Deadly Alliance, Deception и Armageddon, хотя я тоже и эти части люблю. То же самое вот случилось и с Doom. Можно было много какого рожна придумать по мотивам Doom, но в итоге сделали офигенную игру. Сейчас ее, конечно, критикуют иногда некоторые граждане. Ну, лет 5 назад я еще смотрел, когда обзоры чужих граждан всяческих натовских, АБМовских, так сказать. Короче, Doom 3. Что может быть... Что может составить достойную конкуренцию на Xbox? Ну, на мой взгляд, игра уникальная своего рода. Вот. И на PlayStation 2 должна была выйти версия игры, но она так не вышла. На Xbox дофига шутеров, как я и говорил, всяких, ну, которые были и на других аппаратах, вот, например, Black. Если Black на PlayStation 2 смотрится как кино практически, то на Xbox это смотрится вообще как Интерстеллар Кристофера Робина. Вот такие вот дела, люди добрые. И настало время показать то, ради чего эта консоль мною приобреталась, а именно игры. Забегая немного вперед, скажу, что свой персональный виш-лист на эту консоль я уже собрал. То есть вполне возможно, что в будущем я что-то буду докупать, но это уже для меня не столь критично. И начать хотелось бы с игры Indiana Jones and the Emperor's Tomb. То есть купил я ее именно по двум причинам. То есть первое, что у меня уже есть она на PlayStation 2 и ПК. И вот хотелось для полноты картины приобрести ее на Xbox Origins. А вторая причина, не столь очевидная, это именно то, что разработчиками The Collective
оригинал делался именно для Xbox Origins. А уже на ПК и PlayStation 2 были ее именно порты. Притом в PlayStation 2, вместо того, чтобы нормально оптимизировать игру, догадались просто понизить разрешение, понизить качество текстур и к имеющимся багам уже версии для Xbox и ПК добавились новые. Вот, соответственно, тут же именно неповторимый оригинал. То есть вот так вот он выглядит. Вот так выглядит сам диск. Вот так выглядит мануал под дневник доктора Джонса стилизованный. То есть здесь еще сделано так, как будто есть вот какие-то его там всякие заметочки. То есть описание вот платформы, на которой эта игра вышла. Соответственно, там всякое вот это управление. Даже есть вот такая пасхалочка, то есть это именно афиша клуба Obi-Wan с выступлением Уилли Скотт. То есть такой реверенс к храму судьбы, приквелом которой эта игра и являлась. Вот тут всякие эти конверты, открытки, марки, газетные заметки, карта, описание вот боевки, притом здесь такая боевка очень насыщенная, вот классику битэмапов напоминает. И даже есть вот такая вот стилизованная реклама под как раз таки 30-е годы. Следующая игра — это Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outlast. Самое что интересное, до поры до времени это был по факту ее единственный консольный порт. Буквально несколько лет назад вышли HD переиздания на PlayStation 4 и Xbox One. Ну, так скажем, до этого момента вот на консолях была только версия для Xbox. И вот здесь есть некоторые любопытные моменты. Вот так, кстати, выглядит диск. То есть, как я заметил, фактически CGI в оригинальной игре не было. То есть там только были вот всякие панорамы космоса. Соответственно, вот как космические корабли бороздят Большой театр. А вот именно сами персонажи показывались в кат-сценах на движке игры. То есть в Xbox-версии эти, похоже, кат-сцены переписали в видеоролики. Также очень такая вот интересный баг есть со звуком. Когда мы вот каким-то там оружием пользуемся, или там с каким-нибудь персонажем там сражаемся, или там слышим речь штурмовиков, музыка почему-то прерывается, потом снова возобновляется. Сложно сказать почему, но самое что любопытное, то есть у этой игры 100% нету совместимости с Xbox 360 и Xbox One. То есть непонятно, почему так произошло, но вот тем не менее, то есть даже вот когда именно несколько каких-то звуков подряд слышно, такое впечатление, что даже игра немножечко притормаживает, как будто FPS проседает. На самом деле странно. Но, как бы то ни было, очень рад, что эта игра есть у меня в коллекции. А следующая игра — это, соответственно, Академия джедаев. И вот, как бы самое что любопытно, сделана она на том же самом движке, то есть модифицированный движок Quake 3 Arena. Ну вот у нее есть обратная совместимость с последующими консолями от Microsoft. Вот так, кстати, выглядит диск. Вот, и самое что любопытное, то есть она гораздо лучше сделана для Xbox Origins. То есть тут уже таких вот багов, связанных со звуком, нету. Ну, в принципе, вот игра крутая, то есть как из-за нее засел, так сразу прошел несколько миссий подряд. Единственное, что... так скажем, из каких пока отличий я заметил от ПК-версии, это вот немножечко другие экраны загрузок. Здесь они чуть по-другому сделаны. Ну и, соответственно, такого переключения языков нету.
Потому что, например, вот в ПК-версии европейской там как раз-таки можно было переключаться между английским, немецким, по-моему, французским и испанским. Вот здесь других языков, кроме английского, нет. Следующая игра, это, соответственно, у нас получается «Пираты Карибского моря», они же «Корсары 2», то есть «Пираты of the Caribbean». Самое, что любопытное, то есть это изначально были «Корсары 2», которых потом Bethesda заставила Акилу переделывать под выход диснеевского фильма. И, значит, самое, что любопытное, то есть выходили они в первую очередь на ПК и Mac, а на как раз-таки Xbox был единственный ее консольный порт. Но поскольку у нас Xbox не продавались официально в стране, то даже вот DevKit-версию консоли разработчикам из внутренней студии Akila привозили в опломбированном ящике. То есть они там что-то на ней проверяли, тестили, потом также обратно увозили, соответственно, за границу. Ну и, в принципе, конечно, это единственная русская игра, вышедшая на Xbox Origins, насколько я знаю. То есть вот так выглядит диск. То есть как раз таки за консольную версию у нас отвечали Ubisoft как издатель. Вот такой вот у нее мануал. Я вот очень рад, что я все-таки такую игру себе на Xbox достал, ввиду ее уникальности. Следующая игра, это, значит, у нас Галеон от некого Тоби Гарда, создателя Лары Крофт, вот, который делал самую первую игру и потом вот частичный перезапуск, то есть Legend Anniversary Underworld, и даже немножечко поучаствовал как режиссер вот этих синематиков в Tomb Raider 2013. Ну вот эта игра как раз, если мне не изменяет памяти, 2004 года. Вот такая приключенческая игра про пиратов. То есть здесь тоже что-то вроде паркура есть, но вот такая очень интересная боевая система. В духе таких, наверное, лучших фильмов Джеки Чаном. Я бы так сказал, достаточно необычная игра в плане там передвижение даже, то есть там по всяким вот уступам здесь, кстати, очень интересно сделано передвижение, то есть не так, как у всех. То есть вот так выглядит диск. Вот здесь у нас еще каталог игр от SCI Games. Что-нибудь там нам выпускали, то есть получается вот на Xbox Desert Storm Conflict, Conflict Desert Storm 2, Conflict Vietnam, еще Coming Sun, то есть скоро, Richard Burns Rally, The Great Escape, то есть по мотивам культового фильма игра, вот Futurama, Inline Skating, так еще написано непонятно. Регистрационная карточка, разумеется. То есть даже вот видите, не заполненная. То есть она тут в комплекте идет. Ну и вот так игра выглядит сзади. Dead of Alive 3. То есть можно так сказать, что это даже был такой систем селлер своеобразный Xbox оригинального, в том числе он выходил как раз таки на старте консоли, но насколько я помню, на старте он был именно только в Америке, то есть в Европе он вышел в начале 2002 года, именно европейская версия. То есть игра, кстати, прекрасно сохранилась и сейчас, то есть этот файтинг отлично смотрится. Вот так выглядит диск. Здесь у нас, по-моему, крести. Значит, что здесь как бы любопытного? В принципе, то есть такой достаточно продуманный файтинг. То есть вот арены, там если лес, то там всякие вот эти листья опадают, что-то там происходит на заднем фоне.
Значит, если мы какой-нибудь, допустим, той же самой Тиной сражаемся, а она дерется именно приемами рестлинга, если, значит, кинуть соперника там этим приемом и по пути будет дерево, то, соответственно, она соперника именно в это дерево кинет. То есть, в принципе, это как бы интересно, так скажем, сделано, то есть не сквозь него. То есть, опять же, тут многоступенчатые арены. То есть, что если мы там с какого-нибудь небоскреба выкинем это противника, можно на какой-нибудь балкон вылететь, а с этого балкона уже там на асфальт, где там какие-нибудь трамваи ездят, машины и прочее. То есть, вот это вот, конечно, интересно. Единственное, что меня вот здесь мутило, то есть, почему-то все герои озвучены на японском языке. То есть, если в том же самом Текине у нас только вот какие-то японцы были озвучены на японском, а все остальные там на английском, вплоть до второго так-турнамента, то, значит, здесь все персонажи, вне зависимости от того, там, европейцы, американцы они или кто-то там еще, вот, они все говорят на японском, есть только английские субтитры, возможно, как бы просто не стали заморачиваться. Соответственно, с локализацией этой игры, ограничившись только текстом. Ну, тут вот реклама Official Strategy Guide Dead of Life 3. Это, кстати, надо признаться, пока одна из немногих игр, точнее, одна из двух, которые я полностью прошел на Xbox Origins. То есть первая была все-таки Черепашки-ниндзя 2003. Вот мы с Владимиром Горбуновым с канала Мнение Дилетанта ее прошли. Соответственно, вот это, кстати, у нас, ну, какие-то там сервисные центры и прочее, то есть даже вот такое что-то типа штучки есть даже на греческом. И даже есть вот такого что-то вроде каталога игр на Xbox. Вот. Можно посмотреть, что тогда там было в самом начале старта Xbox, то есть Blood Wake, Amped, Rally Sport Challenge, Azurk какой-то, Oddworld Match Odyssey, Dead of Alive 3, соответственно, Project Gotham Racing, то есть вот эти вот все игры. Ну вот я очень рад, что у меня такая игра есть в коллекции. Значит, следующая игра это получается Tomb Raider Legend. То есть так уж получилось исторически, что эта игра у меня есть на всех моих платформах. Что у меня вообще есть в наличии, то есть на PlayStation 2, на PSP, на PlayStation 3. На ПК, притом от нового диска аж два ее варианта, то есть на английском и на русском языке. И вот в том числе взял ее на Xbox Origins. Самое что интересно, то есть поскольку Xbox у меня все-таки БУ, там вот есть сохранение для некоторых игр, и в том числе полное на 100% пройденное вот Tomb Raider Legend. То есть тут даже цветной мануал. И, кстати, в чем была особенность Xbox версии игры? У нас, соответственно, не было вступительного ролика. То есть почему-то вот в Xbox версию его забыли добавить. То есть во всех остальных версиях он был, а вот в Xbox не было. Но спохватились уже, собственно, когда игру отправили в печать. Поэтому здесь, соответственно, его нет. Ну, кстати, тоже вот в мануале есть реклама вот Lara Croft Tomb Raider Legend The Complete Guide. То есть тогда мода была вот в нулевые и даже в 90-е еще вот эти все гайды рекламировались. Вот так у нас игра выглядит сзади. Ну и, конечно же, Half-Life 2, потому что все-таки надо признаться, что на именно шестое поколение консолей у нас вот Half-Life 1 выходила на PlayStation 1 с эксклюзивным дополнением DK. А вот Half-Life 2 выходила только на Xbox Origins. То есть я, конечно, понимаю, что был Orange Box,
где была Half-Life 2, оба ее эпизода, и Team Fortress 2 для PlayStation 3 и Xbox 360. Но этот диск очень редкий и очень дорогой. А все-таки вот Half-Life 2 все-таки хотелось как-то поиграть, и вот на именно шестом поколении консоли он был только на Xbox. Значит, в принципе, в чем особенности? То есть очень сильно, конечно, здесь как-то поджата графика. Притом, если как бы что-то мы видим вблизи, это еще более-менее нормально выглядит. Но вот если там отойти буквально там на 2 метра, все максимально шакалится. Прям вообще мылится, что прям жуть. Ну а также есть какой тоже момент любопытный. То есть если... то есть видно некоторые такие вот огрехи. Вот так, кстати, выглядит диск с локациями вот этого CT-17. То есть огрехи заключаются вот в чем. Ну, например, в начало игры приходим мы на железнодорожную станцию. Вот, а на станции, соответственно, видно, как вот эти поезда в туннеле ездят, да? И, соответственно, туннели у нас закрыты вот этим силовым полем. И вот если как бы подойти к этому силовому полю, видно, что, собственно, рельсы кончаются. То есть там дальше почему-то рельсов нету. То есть вот такой какой-то черный как бы квадрат идет, и все. То есть там даже, ну, не посмотреть как-то туннели, я не знаю, как-то вот, видимо, эти моменты очень хаотурно как-то сделали. Вот конкретно в этом порте. Притом, насколько как бы я знаю, то есть те, кто занимались портированием вот Half-Life 2 для Xbox, они там, честно говоря, очень сильно взвыли от технических характеристик самого Xbox. То есть пришлось там, как бы так скажем, очень постараться, чтобы ее перенести. Но это, наверное, сродни фактически порту Resident Evil 2 на Nintendo 64. Ну и теперь от таких вот игр, достаточно мне нужных, перейдем к тому, что все-таки я больше брал довес. Вот, например, Star Wars Battlefront 1. То есть, в принципе, было желание взять его себе именно консольную версию. Но, вот так скажем, предложение на Xbox Origins оказалось более выгодным, чем на, соответственно, PlayStation 2. Правда, конечно, без мануала. Но мне это вот не столь принципиально. Рад, что у меня эта игра есть. Также вот туда же вдогонку Star Wars Battlefront часть 2, где у нас уже появились всякие джедаи и ситхи. Вот. Так выглядит диск. То есть вот здесь у меня есть к ней мануал. Но мануал вот от PlayStation 2 версии. Ну, так скажем, вот по принципу пускай будет. Хотя я понимаю, что это как бы дико смотрится. То есть, ну, представьте какой-нибудь, там, не знаю, Quake 3, да, на PlayStation 2, но с мануалом от Dreamcast версии. Вот здесь у нас реклама фильма «Месть ситхов», на который я даже 2 раза сходил в год его премьеры. Commandos 2. То есть давно тоже хотел себе взять ее на консоль. В основном приглядывался к версии PlayStation 2, потому что это одна из немногих стратегий для PlayStation 2. Ну и вообще серию Commandos очень люблю. Ну вот тут подвернулось предложение на Xbox, от которого я не сумел отказаться. Вот так у нас выглядит диск. Вот здесь у нас что-то вроде каталога компании Eidos. Ну, точнее, даже не каталог, это регистрационная карточка. И, соответственно, вот сам мануал. Он такой достаточно толстенький, он цветной. Вот тут даже все эти расписаны персонажи. То есть, честно говоря, я так игру только проверил, запустил там обучение, немножечко в него повтыкал.
И, собственно, пока на этом все мое знакомство с данной игрой закончилось. Вот, хотя здесь расписаны все персонажи. Кто-то там у нас перекочевал с первой части и ее продолжение. Появились какие-то новички. Вот здесь вот все эти герои. Вот, а я даже помню еще в свое время всякие журналы типа «Странные игры», «GameXZ», «Игромания» зачитывал. Там вот в каком-то из них за, по-моему, 98 год было интервью с создателями «Commandos», которые они именно эксклюзивно давали именно нашим журналистам. И даже помню, было прохождение первой части. Вот такая вот знатная мемория. Одна мемория знатнее другой. Значит, Return to Castle Wolfenstein. То есть именно версия для Xbox. Хотя я опять же тоже приглядывался к версии на PlayStation 2. Но, в принципе, здесь... Вот, кстати, как диск выглядит. Есть какие глобальные отличия. Ну, во-первых, это меню, потому что у нас, честно говоря, в меню на ПК там каких-то вот этих прыгунов показывали, самого Блазговича, и на этом, в принципе, обычно все и заканчивалось. Здесь же именно панорама самого замка Вольфенштейн во время грозы. Также Блазгович в видеороликах начинает разговаривать, то есть на ПК он был таким вот молчаливым, и есть, соответственно, эксклюзивные миссии, в том числе... Есть вот такая миссия «Пролог», по-моему, это вот как раз-таки начало 43-го года, где-то в Северной Африке. Там заодно рассказано, как Блазгович со своим напарником, который погиб в самой первой миссии на ПК, стали взаимодействовать. Так что здесь вот такой вот, ну скажем так, более дополненный контентом. Порт, что меня, честно говоря, не может не радовать. Значит, вот такая игра, как Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, Official Game, based on literary works of J.R.R. Tolkien. И вот игра, с которой я, честно говоря, обманулся. Ну, то есть так получается, что на PlayStation 2 у меня есть вот игры именно по фильмам, по «Властелину колец». Это именно «Две башни» и «Возвращение короля». Притом последнюю делала Visceral Games, легендарная. И вот, честно говоря, я сначала так думал, что эта игра именно по первому фильму. Вот. А оказывается, в тот же самый момент, как выходили вот эти кинофильмы, и Electronic Arts сделали игры по мотивам именно кинофильмов. Соответственно, вот этот Black Label Games, или кто там, я не знаю, умудрились выкупить права на книги по «Властелину колец», и параллельно с играми от Electronic Arts, которые были по фильмам, делали игры именно по мотивам книг Толкина. То есть вот на что я, кстати, и попался. Ну, фактически, как студия Asylum, да, со своими фильмами. Ну вот, то есть здесь именно игра по мотивам книги. То есть у меня здесь, опять же, нету мануала, но вот так выглядит диск. Ну, я так немножко в эту игру, в принципе, побегал. Ну вот, скажем так, ну пусть будет. Вот такая вот игра, как про Джеймса Бонда, Everything or Nothing. 007 с личным участием Пирса Броснана, то есть он сам себя озвучивал, плюс описывал все движения технологии Motion Capture. Как мы видим, полный комплект. Но, честно говоря, глобальных каких-то отличий от версии для PlayStation 2 я не увидел. А вот просто хочу заметить какую вещь. Кстати, вот здесь у нас Мия. А это, кстати, персонаж, сделанный под певицу, которая пела открывающую песню «Everything or Nothing». Что, в принципе, мне эту игру дали фактически в подарок. То есть, когда я покупал
в магазине PlayUDT вот этот Xbox Origins. Фактически, как вот в рекламе из страны игр за 2002 год, бесплатно давали, вот там же тоже от покупки, по-моему, от $400 давали бесплатно игру, соответственно, ну вот здесь, в принципе, то же самое. То есть, в принципе, так-то особо сильно она мне не нужна, тем более, что тут отличий нету от версии на PlayStation 2 глобальных. Ну, пускай будет. Будет, кстати, самое что интересно, у нее нет обратной совместимости с 360-м боксом. Ну и, так скажем, последняя игра, которую вот уже действительно не совсем понятно, зачем я себе приобрел. Это вот именно нечто, The Thing. То есть мне эта, конечно, игра нравится. Есть она у меня на PlayStation 2. Вот что-то дернуло меня по дешевке, поскольку она без мануала, купить ее на Xbox Origins, но, в принципе, опять же, глобальных каких-то отличий от PlayStation 2 версии я особо не заметил. Ну, как говорится, пусть будет. Вот пусть будет. И сегодня, 16 июля, ко мне доехали еще некоторые игры на Xbox Origins. И вот среди них есть Forza Motorsport. То есть такой фактически главный гоночный эксклюзив Xbox до сих пор, наверное. Ну, по крайней мере, там, по-моему, те части, что были на Xbox One, их портировали на ПК, хотя далеко не все. Но вот до Xbox One это был чисто Xbox-овский такой вот эксклюзив. То есть такой ответ Microsoft на Gran Turismo. Ну вот, если честно, конечно, мне вот все-таки вот эта Forza не очень понравилась в плане там управления. То есть в плане графики вот игра достойно выглядит и сейчас. То есть даже кажется так, что как будто это что-то среднее между графикой PlayStation 2 и PlayStation 3. Да, вот именно такие вот, может, что-то типа того же самого там четвертого Gran Turismo на втором PlayStation и каким-нибудь там уже этого Range Racer на PlayStation 3, да. А вот управление машин, как они чувствуются, вот это что-то мне, честно говоря, не сильно зашло, то есть не понравилось совершенно вот это управление. Тем более, что газ и тормоз сделаны на вот именно этих курках. Ну, не знаю как-то. И машины как-то вот очень неманевренными мне, что ли, показались. Или я такими играю. То есть я, конечно, дам этой игре еще шанс. Но вот как бы пока у меня, конечно, впечатления о ней не очень хорошие. Значит, вот у нас диск. Вот, соответственно, мануал. Здесь у нас есть вот эти какие-то адреса сервисных центров. А вот, соответственно, и сам мануал. То есть вот в Forza еще, кстати, очень неплохая музыка. Здесь мы, кстати, видим, что управление уже нарисовано под именно S-контроллер, то есть не Duke. То есть мануал, кстати, цветной, что не может не радовать. Там, насколько я помню, за прохождение трасс даже открываются треки. Можно их послушать в главном меню. Притом это в виде такого даже как бы стилизации под, видимо, какой-то блокнот. Этот мануал сделан.
И вот здесь что-то вроде такого тоже каталога, прямо в мануале, кстати. Вот впервые, кстати, такое вижу пока что. То есть, где Project Gotham Racing, часть вторая. Вот это, кстати, эксклюзив, я бы тоже посмотрел. Именно Rally Sport Challenge, тоже часть вторая. Midtown Madness, часть третья. Кстати, если я ничего не путаю, за что заранее извиняюсь, по-моему, вот это Midtown Madness, первая и вторая часть, точно были на ПК. И, соответственно, в локализации компании Fargus они назывались «Засранцы против ГАИ». Вот, соответственно, Blinks, часть вторая, Master of Time and Space. Вот это, кстати, эксклюзив я бы хотел попробовать. Ну и, собственно, все. Как бы вот здесь у нас что-то вроде такого краткого гайда по управлению. Что где что означает. Так, чтобы мануал там не листать. В принципе, удобно. Сделано. Так, идем дальше. Значит, тут как раз таки следующая игра. Это у нас получается Blinks The Time Swiper. То есть вот у нас опять же пометочка Only on Xbox. Так же, как было и на Forza. При этом, что здесь, как бы, так скажем, интересно, то есть какие-то более ранние тайтлы, да, которые, можно сказать, в стартовую линейку выходили Xbox, там такого могло и не быть. Ну, в данном случае это уже у нас игра 2002 года. То есть она, видимо, чуть попозже все-таки вышла, насколько я понял. То есть именно в том году, когда Xbox запускался в Европе и Японии, но, видимо, как-то попозже. Значит, это вот такой платформер для детей, достаточно своеобразный, но интересный. То есть вот у нас главный герой здесь, это вот этот Blinks. Именно кот. Он, я не знаю, как бы, как это даже объяснить. Что-то вроде какого-то института времени там работает. А пока в какие-то вот миры не начали вторгаться свиньи. Они там какую-то принцессу захватили, притом принцессу такую человеческую. И вот этот Blinks отправляется ее спасать. Притом у него там есть всякие такие интересные фишки, вроде как там отмотка времени, перемотка времени, остановка времени, соответственно. И также вот что-то вроде какого-то этого пылесоса, что у него в руках есть, которым он может всякие предметы какие-то всасывать, типа там каких-нибудь бочек, горшков цветочных, скамеек и так далее, и, соответственно, ими атаковать потом врагов. Притом, то есть, если врага, так скажем, в этой игре завалить, что-то вроде такого вот контура остается на вот земле, как обычно эти трупы обводят. Еще, кстати, что интересно, тут вот у этих котов, в их там измерении, где они там себя живут, у них свой какой-то язык такой очень интересный, и как бы повествование, чтобы тем, кто играет, было понятно, оно идет субтитрами. Значит, так, ну начнем, собственно, с мануала. Значит, он тоже цветной. Кстати, что не может не радовать. Вот, еще, кстати, что забыл сказать, в игре есть вот магазин, где за всякие там, как бы, бонусы можно себе всякий там проапгрейд купить. То есть новые возможности, соответственно, другой там себе пылесос и так далее. Вот здесь, кстати, что интересно, тоже с контроллера у нас показан на управлении. То есть не дюк. Вот как раз вот они все эти способности. То есть там
отмотка, перемотка, пауза, запись, там, замедление. Почти как на видеомагнитофоне. Вот это как раз враги, вот эти свиньи. Вот это, ну, что на уровнях там встречаются противники. То есть их такое подробное описание. Это вот создатели игры. И вот здесь показано, что надо собирать, чтобы вот открывались вот эти способности, то есть их применение. Вот здесь у нас такая чистая вот эта сервисная информация. По крайней мере, в такие ранние игры часто и вкладывали. И вот такой вот интересный каталог. Но, в принципе, насколько я понял, здесь именно те, скорее всего, игры, которые ожидались в 2003 году. Ну вот, например, как раз Dead of Alive Extreme Beach Volleyball. Вот этот вот именно волейбол с девочками из Dead of Alive. Brute Force. Вот такой вот эксклюзив Xbox. Кстати, они вот оба таких были эксклюзивных. То есть здесь такие вот пометочки. Хотя я помню, что какие-то последующие части вот этого Extreme Volleyball, да, Dead of Alive, они выходили и на PSP, как минимум. Значит, здесь такие уже игры, вот Shenmue 2, соответственно, порт для Xbox, Steel Battalion, помечено, что это Xbox эксклюзив, Tad Fang First of the Lotus, тоже эксклюзив, ну, вот это, соответственно, Blanks, The Time Swiper, Star Wars Knight of the Old Republic, первая часть от BioWare. Там есть тоже какая-то такая интересная пометка, он ее на Xbox. Я, честно говоря, так не очень понял, что здесь она означает. То ли то, что он был все-таки временным каким-то эксклюзивом для бокса, а потом его уже на все остальное портировали. То ли, соответственно, что-то другое. Вот. Panzer Dragon Orta. То есть это как раз таки игра, которая должна была еще выходить на Sega Dreamcast. Но Dreamcast приказал долго жить, и, соответственно, вот ее перенесли на Xbox. Toy Jam и Earl, третья часть, Mission to Earth. Помещен тоже как эксклюзив. Так, Ninja Gaiden тоже эксклюзив. Вот Мафия, хотя ее порт для Xbox издавался в 2004 году, насколько я знаю, если ничего не путаю. Metal Madness 3. Значит, Metal Gear Solid, часть 2, Substain. Все-таки на Xbox он заехал. Indiana Jones and the Empire Stomp. Вот как раз таки Какуто Чоджин. Притом тоже эксклюзив, вот вообще не знаю, что за игра. Toko Pro Racer Driver. The Lord of the Rings The Two Towers. Вот как раз таки по именно кинофильму, насколько я понял. И да, по кинофильму от Electronic Arts. Вот, значит, у нас что тут? MotoGP Ultimate Racing Technology, часть 2. Enter the Matrix. Rayman 3. Battle Engine. Akuilla, если я правильно прочел. Jager. Вот Jager точно эксклюзив.
соответственно. То есть вот так это, кстати, интересно так складывается. То есть это у нас получается вот такое начало, это вот конец. То есть всегда, кстати, интересно такие штуки, дорогие друзья, рассматривать. Ну а дальше у нас уже пойдет всякая мультиплатформа, то есть, например, игра как раз таки Enter the Matrix. Вот, скажу сразу, я вообще не поклонник фильмов Матрица, то есть первая часть еще более-менее, но вот, честно говоря, остальные мне как-то вообще не зашли, и как бы, в принципе, я даже считаю так, что вот эти фильмы очень сильно переоцененные, но вот почему-то сама игра Enter the Matrix, она вот мне очень понравилась. При условии того, что она параллельно происходит со вторым фильмом, то есть как раз таки Матрица перезагрузка. Здесь у нас как раз два играбельных персонажа, то есть Найоби с призраком. Вот они были героями второго плана в именно продолжениях Матрицы, а соответственно здесь вот как раз таки показано, что же они делали за кадрами второго фильма. Это абсолютное воплощение логики машины. Морфеус, я рада, что ты с нами. Необе. Под контролем все каналы. Охотники так и вьются вокруг. Если не оба права, через 3 дня их будет больше на 250 000. Стратегический план в разработке. Капитан Необе, выполнить желание совета готово. Необе, что ты творишь? Не волнуйся. Почему? Что-то в мире неизменно, Джейсон. Но не все. Тут даже специально снимались видеоролики с живыми актерами. Хотя какие-то вставки из фильмов они тоже были. Ну, точнее, из фильма, в данном случае, «Матрица. Революция». То есть вот когда-то играл в нее на ПК, там же ее проходил, хотя там куча багов, очень тупой искусственный интеллект был. То есть при этом, ну, за Наоби, конечно, вот Найоби, или как там ее точно зовут. Вот за нее, кстати, очень просто играется эта игра, то есть она там без всяких проблем проходит. За, соответственно, призрака у него такой более сложный сценарий. Вот. И, в принципе, самое что интересно, даже есть такие доп-сегменты. То есть, например, там вот эксклюзивный уровень, где он в симуляции сражается с Тринити. Я знала, что смогу найти тебе подружку. Как и Гагастин, я погибаю за высшую цель. Что за цель? Оненсен. Именно поэтому они похожи на слепцов? Да, как всегда, нужно приниматься за работу. Спасибо, призрак. Поговорим в любое время. Как бы, и самое что интересно, то есть здесь уровни действительно за призрака и Найоби почти до конца игры отличались, но вот две последних миссии, да, они одинаковые, что для призрака, что для Наоби. Почему так? Ну, видимо, скажем так, сроки поджимали, потому что старались эту игру сделать к выходу фильма, называется, быстрее, и вот поэтому не стали, видимо, с последними миссиями как-то заморачиваться. То есть, ну вот, вроде как на консолях эти игры получше работают, то есть там более такие стабильные, доработанные версии, в отличие от ПК. Значит, вот такой здесь, собственно, мануал. Вот, он даже цветной. Ну вот у нас как раз герои. Необе, все-таки, не знаю, Найоби, как там правильно читается, вот Призрак Кост, и Спаркс, это вот их связист. Самое что интересно, они у нас как раз таки вот экипаж машины боевой,
как бы в реальном мире. Ну вот и всякие задания в матрице обычно они выполняют. Вот. Я очень хорошо знаю, как меня ценят на корабле. Поэтому скажу тебе так. Мне кажется, это безумие, никакой команды поддержки не предвидится. Я говорю так, основываясь на информации от предыдущих операций. Паркс, мы ценим твои знания, но пока оставь все это. Я тот, кто есть, и делаю то, что могу. Заткнись и нажимай свои кнопки. Как скажете, капитан. Я нажимаю обратный слэш и ввожу команду исполнения. Вот так вот. Ты в порядке? Мой друг, реальность несовершенна. Я тебя предупреждал об этом. Хочешь расслабиться? Доктор Филд может тобой заняться. Я хочу разобраться со своими делами. В принципе, честно говоря, вот я что только обрадовался в четвертой матрице, да, когда вот этот фильм смотрел, что там все-таки персонаж вот этой Найоби появилась, но нету, например, вот призрака. Что там, допустим, с призраком случилось, мне, кстати, было бы интересно. То есть, ну там, скорее всего, это больше такой был фан-сервис, чем нежели что-то серьезное. Да и то, в принципе, у меня, так скажем, может, просто из-за этой игры вот к этим двум персонажам есть какие-то теплые чувства. Черт возьми. Это ты? Не оба. Чуть больше морщин, чуть меньше зубов. Но достаточно мудрости, чтобы признать, что я ничего не знаю. Я совсем не ожидала такого поворота. Представь, я тоже. Соответственно, вот у нас тут все, что называется, расписано. Вот, притом тут даже вот эти как раз таки CGI с живыми актерами, которые снимались. Ну, я так понимаю, видимо, со вторым фильмом параллельно тут даже вот и Моника Беллуччи засветилась. Я следила за тобой. Ты ищешь своего друга, но тебе никого не найти. Ты хочешь мне помочь? Я храню память о своем муже в сердце. То, что я могу сделать, вам вряд ли поможет. Не так ли? Чего ты хочешь? Не задавай мне подобного вопроса. Я даже не знаю, что он значит. Теперь самое время подумать тебе. Я знаю, что наступит момент, когда твой друг должен будет умереть. Тебе будет очень больно. Больно. Если честно, я даже чувствую вкус слез. Но есть еще кое-что, чего я хочу. У тебя это есть. Глубоко-глубоко внутри. Спрятано, возможно, от тебя самого. То есть здесь. Я чувствую, как это здорово. Чувствую. Отойди назад. Ты хочешь этого, разве не так? Не так? И если ты хочешь, чтобы я помогла тебе, ты должен будешь поцеловать меня. Да-да, поцеловать. Что? Если ты меня поцелуешь так же, как и свою истинную любовь, я тебе скажу, где находится твой друг. Я могу обнять тебя. Мне это тоже нравится, но ты должен поцеловать. Неужели ты позволишь своему другу умереть ради единственного поцелуя? Ты должен доставить мне удовольствие. О боже, это любовь.
Это то, чего у тебя никогда не будет. Какая чудесная трагедия. Теперь скажи, где мой друг? За такой поцелуй я не скажу своему мужу, что ты приходил. Здесь у нас уже как бы на других языках вещи пошли. Вот это все описание. Вот, и здесь есть такая рекламка. То есть рекламка как раз таки вот проекта «Аниматрица». Таких вот спин-оффов от разных режиссеров в жанре аниме, там, с разным визуальным стилем. Где иногда даже актеры из... как раз таки матрицы и светились там на озвучке. Ну, то есть, например, вот Киану Ривз там участвовал, Кэтрин Энни Мосс, вот точно я знаю, участвовали. Вот, вот здесь у нас, соответственно, фигурки по матрице «Революция». Вот реклама, соответственно, этого Самсунга телефонов. Саундтрек «Матрица Революция». Ну и, конечно, всякие сервисные центры. Вот загрузки, кстати, здесь очень стильные, вот с этими вот циферками и буковками сделаны. Также у нас здесь вот есть аналогичный каталог. Как в этом в Блинксе был. Вот. Ну здесь, в принципе, у нас почти все то же самое. Соответственно, то есть вообще каких-то отличий тут нету. Он точно такой же, как и там. Вот как раз таки вот эта вся сервисная информация. Ну и вот какая-то регистрационная карточка. Да, как раз таки Infogrames. При этом, кстати, что интересно, то есть, вот насколько я знаю, вот эта матрица, она уже выходила под брендом Atari. То есть Infogrames, они, по-моему, как раз там в 2003 или в каком-то купили права на вот наследие Atari и, соответственно, возможность использования их товарного бренда. Но вот на регистрационной карточке еще указано Infogrames United Kingdom Limited. Что интересно. Вот так она выглядит. Вот. Ну и соответственно был еще и была точнее еще одна игра по матрице. Это как раз таки Matrix Path of Neo. Но мне, кстати, что-то вот она не понравилась. То есть игра реально такая крутая, более такая доделанная. Прям чувствуется. Вот. Но как-то в ней, не знаю, как будто нету души. То есть вот все-таки в Enter the Matrix она как-то, ну не знаю, душевнее что ли была. Сложно мне это как-то объяснить. То есть вот не знаю, буду ли я брать себе Path of Neo на Xbox, на PlayStation 2 у меня есть. Собственно, как и Enter the Matrix. Но вот что-то очень люблю эту игру, взял на Xbox. Ну вот, не жалею. А сейчас ты научишься уворачиваться от боли. Смотри. Ты мне ногу прострелил! Так ты уворачивайся! Ты погибнешь, если не будешь уворачиваться от боли. Плечо! Так ты уворачивайся! Ты не отмахивайся, а уворачивайся! Значит, вот такая игра, это Lord of the Rings. The Twilight Age. И вот с ней есть какой юмор. То есть эта игра выходила уже в 2004 году, когда все фильмы отгремели по «Властелину колец». И, соответственно, это вот именно RPG с пошаговыми боями, при том даже близкое, наверное, не какими-то там Final Fantasy и прочим же RPG, а даже, наверное, Герой меча и магии чем-то.
Ну и, соответственно, у нас как? То есть эта игра охватывает все три фильма, то есть события, которые там были. Вот. И самое что интересно, то есть у нас тут какие-то, соответственно, свои персонажи, хотя в игре встречаются именно то есть главные персонажи из фильма. Например, там Фродо, там Гэндальф какой-нибудь и так далее. То есть можно там походить с ними, поговорить. Вот. Но в целом, то есть у нас как? Есть, соответственно, вот гонец какой-то из Гондора, который там куда-то в другое место скакал, у него там какие-то орки напали, он, соответственно, встречает эльфийку, начинает там с ней путешествовать, соответственно, потом там к ним какие-то еще другие герои добавляются, типа всяких там хоббитов, гномов и так далее. Вот, и, соответственно, да, они там с этим, с Руманом и Мордором воюют. Вот так у нас выглядит диск. Вот, вот такой вот мануал. Соответственно, да, кстати, эту игру делали Visceral Games. Они же, соответственно, делали и предыдущую игру. То есть это по фильму «Возвращение короля», то есть Lord of the Rings, Return of the King, который в этом выпуске, кстати, я уже показывал. У нас вот, как зовут тут этих героев. То есть какой-то Передхор, вот, из Гондора. То есть Идриал, вот она, эльфийка. Или Гост. Тут еще не знаю, кто такой. Хандхот, гном. Морвин, не знаю. И Иоден, видимо, хоббит, я не, тоже вот так не понял. А здесь есть режим игры на двоих, но как он заключается? То есть, вообще, вот самое что интересное, мы вот этим берег... перед хором, или как там его зовут, просто бегаем по локациям, да, иногда на нас там какие-то эти нападения, и, соответственно, там вот выстраиваются как-то там какие-нибудь эти орки или гоблины вражеские, и вот, соответственно, наши герои, в том числе, в каком они есть, потому что именно в начале игры только Бередхор и Идриал доступны для вот этих боев. И как бы вдвоем играть можно именно вот в этих боях. То есть если подрубить второй контроллер и в опциях поставить, значит, этот кооперативный режим, то получается так, что вот один игрок каким-то там может этими одним персонажем управлять в боях, другой другими. Ну, на этом, собственно, все в принципе заканчивается. Тем более, что кооперативный режим можно включать и выключать, ну вот, как бы в любой момент. Да, сохраняться здесь можно только в определенных местах. То есть, в принципе, насколько я знаю, эта игра была и на PlayStation 2, и, скорее всего, даже GameCube, потому что вот электроники на самом деле была одной из немногих контор, которая поддерживала, соответственно, вот GameCube. То есть их игры были и там. Ну, скажем так, закрыл я своеобразный гештальт по Властелину колец. То есть есть у меня как раз и «Две башни» на PlayStation 2, и «Возвращение короля» на PlayStation 2. Ну, вот есть еще эта игра, как раз таки, правда, на Xbox. Но, честно говоря, разницы там особой нет, поскольку электроники все-таки свои игры очень хорошо оптимизировали. Вот такая вот игра, как Broken Sword The Sleeping Dragon. Честно говоря, я в свое время играл только первую часть этой серии и в четвертую, при том, в четвертую я играл больше. И вот когда я узнал, что третья часть выходила на консоли шестого поколения, то есть был еще ее порт на PlayStation 2, я, разумеется, решил приобрести вот эту игру, то есть подвернулась она мне на Xbox Origins. Ну вот, соответственно, немножечко так я ее пока заценил. То есть чем-то все-таки она похожа на фильм об Индиана Джонсе. Ну, соответственно, насколько я знаю, здесь главные герои противостоят вот этому тайному ордену тамплиеров, который чуть-чуть сохранился. Если я, конечно, правильно понял сюжет. Здесь, кстати, очень специфическое управление. То есть хочу, так скажем, вам показать, что я приобрел и второй геймпад черного цвета. Здесь, кстати,
Достаточно удобно вот эти стики сделаны. Вот этими вот разметками, чтобы пальцы у нас не съезжали. И вот, например, что касательно вот именно Broken Sword на Xbox Origins. То есть, поскольку я так понял, что оригинал на ПК управлялся при помощи мышки, значит, здесь у нас как все сделано, то есть перемещения, они сделаны на левый стик, а, соответственно, вот всякие действия на вот эти кнопки. Ну, то есть, там, допустим, посмотреть, там, или осмотреть объект, соответственно, это, по-моему, вот у нас вот это вот зеленое А. То есть, там, сделать действие какое-нибудь, это вот этот синий X там. Соответственно, залезть куда-нибудь, это вот этот желтый Y. Ну и так далее. То есть, так, на самом деле, достаточно интересно. В принципе, к сожалению, пока больше что-то про вот эту игру я сказать не могу. Вот так выглядит сам диск. Вот как раз таки ее мануал. Он, к сожалению, черно-белый и еще был какой-то слипшийся. То есть вот из всей сегодняшней подборки вот у этой игры действительно как-то слиплись страницы. Пришлось их разделять. И вот что-то вроде такой вот рекламки от компании THQ. То есть я сначала думал, что это вообще регистрационная карточка, но нет. А следующая игра на очереди это Driver 3. Честно говоря, с серией Driver я все-таки более-менее знаком. То есть играл на первом PlayStation и PSP в первого драйвера. Играл, соответственно, на PSP в драйвера 76. Тогда же более тотально играл в драйвер Сан-Франциско. В принципе, там прошел, наверное, игру процентов на 80%. Вот эта часть мне больше всего понравилась. А с третьим драйвером у меня очень интересная история знакомства. То есть играл я в него, наверное, в году 2000, может, 2008 или в каком-то 2009 с какого-то пиратского сборника на DVD. И вот, честно говоря, я не помню, что меня тогда от игры оттолкнуло. То ли то, что она почти сразу вылетала в самом начале, то ли как-то она мне не понравилась, видимо, как-то из-за управления или геймплея. И, в принципе, вот, казалось бы, вроде как консольная версия должна была быть сделана лучше, но вот, честно говоря, что стрельба, что езда в этой игре, вот именно на Xbox, как-то мне тоже не очень понравилось. То есть как-то вот, я не знаю, то ли я не понял, как оно делается, то ли здесь нет нормального прицеливания, а... Значит, машины как-то тоже почти как в Форзе ездят, как-то кривовато. Тем более, что либо она вовсю врезается, либо, соответственно, да как бы какие-то вообще объекты проезжает. Вот, хотя здесь, если говорить из плюсов, несколько городов, при том реально существующих, то есть не каких-то вымышленных. Ну и, соответственно, все-таки герой у нас здесь именно полицейский. То есть они какие-то бандиты, как в GTA том же самом. Значит, здесь тоже кто-то из таких культовых актеров в касте озвучки, насколько я знаю, был вроде Майкла Мэтсона. Так и будешь весь день гавкать, шавка? Или кусаться начнешь? So I thought they'd get a big kick out of seeing their dad and hearing their dad's voice in the video games. That was a big part of it for me.
I tried to put the voice with the character, you know? It's a good part, man. You know, I'm usually like the bad guy that gets thrown out the window or shot in the head. And this time I get to be the hero. I had a lot of fun with it. The best part about doing this stuff is you don't have to shave when you go to work. Ну, честно говоря, вот, в принципе, сами разработчики, они не хотели делать такой клон GTA, это именно их заставил издатель. Ну, вот так выглядит сам диск, то есть есть к ней мануал, то есть я не знаю, была ли в драйверах карта, может ее не было, потому что, насколько я помню, вот в таких играх, как вот GTA или там Mafia, карта была, то есть вот, то здесь у нас получается вот такой вот мануал, вот он цветной, соответственно, то есть у нас здесь все расписано, то есть кто тут у нас главный герой, то есть Таннер, Тобиас Джонс, вот Джерика главный злодей, Калита, вот честно говоря, не знаю эту героиню или не помню. Вот, кстати, очень качественные здесь именно CGI, то есть видно, что их как бы как там старались, рисовали. Прям очень четко они сделаны. Здесь все у нас повторяется на других языках. Вот здесь разработчики у нас идут. Значит, а здесь, соответственно, информация вот о музыкальных коллективах и песнях, которые здесь прозвучали. То есть, например, вот есть Iggy Pop и Stooges. Соответственно, вот. То есть песня Gimme Danger с культового альбома Rough Power. Да, например. Ну и так далее. И вот здесь, соответственно, заметки, да, сделаны. Но сделаны они интересно, именно как вот такой арт. Правда, единственное, что здесь надо писать-то очень неудобно, особенно какой-нибудь там черный или синий ручкой, это будет не очень, да, заметно. Но все равно, то есть они вот никаких подстрочников вот этих не сделали или строчек. Вот здесь, кстати, как раз таки реклама, то есть саундтрека. Например, да, то есть вот здесь даже что-то вроде гейм-гайд, то есть тоже драйвер такая штука была. Самое что интересно, там, видимо, все-таки карты как раз таки и были. И вот журнал Xbox World. То есть, и, видимо, тут какая-то скидка, скидочный какой-то талон на него, насколько я понял. А вот, от предыдущего владельца в этом диске, как раз-таки, вот он где-то, видимо, с интернета качал, были вот чит-коды на драйвера вот этого третьего. То есть, самое что интересное. Вот они тут все есть. То есть он как раз таки это вот 11 августа 2004 года, видимо, распечатывал. Или, соответственно, информация с сайта этим временем датируется. И последняя игра на сегодня, это как раз таки Бойцовский клуб. Значит, он как раз таки именно, насколько я помнил, вроде как по мотивам именно фильма, но почему-то здесь, видимо, все-таки бюджет был очень низенький у этой игры. И вот сами герои на себя не похожи. То есть у них там нету внешности Эдварда Нортона или Брэда Питта. Я хочу, чтобы ты меня изо всех сил ударил. Ты хочешь, чтобы я тебя ударил? Давай, окажи мне услугу. Зачем? Зачем? Я не знаю. Я никогда раньше не дрался, а ты? Нет.
Но ведь это же хорошо. Нет, ведь ты же не знаешь себя, если ни разу не дрался. Я не хочу умереть без единого шрама. Давай, пока я не струсил. Ну! Зараза! Ты же двинул мне в ухо. Дружище, прости. Зачем же в ухо-то, черт? Я облажался. Нет, все нормально. Ты как? А? Ты как? Да ужаса. Верно. Надо как-нибудь это повторить. Ага. Ну и, честно говоря, такая сама по себе игра-то достаточно средненькая, я бы сказал. В принципе, ну так, по первым ощущениям. Больше я, конечно, брал ее из-за того, что вот ее очень хвалили в свое время, что Аник, что Дач. Вот. Они в сегодняшнем видео, как вы знаете, участвовали. Вот так выглядит диск, вот так выглядит мануал, но самое что интересное, здесь вот что-то вроде такого режима X-Ray есть. То есть, если, грубо говоря, там кому-нибудь сопернику там сломать руку, ногу, то есть это будет вот на таком вот рентгене показано. То есть явно вот создатели Mortal Kombat, да, вот 9-го, они эту идею вот из этой игры подглядели. Очень уж это как бы чувствуется. Ну вот, как раз таки сегодня заценил ее с Сергеем Клановым из группы Травмпункт. Вот ему, кстати, что-то она не очень понравилась. По сравнению даже с остальными как-то играми. То есть он какой-то ее очень бюджетной посчитал. Драйв ККш. Сначала навел их. Загадка, по-моему, 2002 или какого-то. Что ты знаешь о себе, если ты никогда не дрался? Я тоже первый раз в нее играю вообще. Сегодня она мне пришла. Кстати, управление совсем деревянное. Там такая игра-то бюджетная, как ты видишь. Нифига себе. О! А вот откуда! Да. Бля, точно. Ну что, еще раунд или что-то другое пойдем смотреть? Да вот деревянная совсем. Ну давай, да, тогда другой, сейчас только концовка тут будет, как бы. Игр, что вам больше всего запомнилось? О, ну, конечно, замечательный этот бойцовский клуб, вообще великолепная драка. И сейчас они как-то под копирку главным образом делаются, да, все похожи на Mortal Kombat, да, Injustice, там, Street Fighter, как-то там примерно одинаково все дерутся, да, плюс-минус. Вот, а вот этот вот бойцовский клуб действительно от них отличается и по стилю, и по управлению, и по приемам. This is so cool, Uncle Charlie. Yeah, well, I was kind of hard on you, and I wanted to make it up. So you're not so mad about the seagulls? Oh, I'm still mad. I just figured out a better way to deal with it. Well, I think this is a very good way. Me too. I'm buying you all this stuff, but as punishment for letting seagulls in my house, you can't play with it for a month. What? Pretty smart, eh? It's not fair! You know what this is? The world's smallest violin.
talking about? Ну и на сегодня это все. С вами был Барин. До новых встреч, дорогие друзья.